Короче говоря, Меганеонка 2. Когда я открыл глаза, я увидел, что я куда-то бегу. Остановился. Что это за штука у меня в руках? Ничего не понятно. Я моргнул. Когда я снова открыл глаза, я бежал по мостику сверху. Что происходит? Почему, когда я моргну, я меняю место? Я не выдержал и снова моргнул. Когда я открыл глаза, я почему-то бежал по дереву куда-то вверх. Что же происходит? Почему, когда я моргаю, я меняю место? Может быть, эта штука в руках у меня виновата? Как я здесь оказался? Что происходит? Ладно, нажму кнопочку. Я нажал кнопочку, штука выпала из рук, и из нее вылетела летучая мышь! Я вспомнил! Я сегодня с утра хотел сделать сначала неон-мышку, потом мега-неон-мышку, но мне нужно целых 16 мышей. Одну я нашел. Вторую я нашел у себя в гардеробе. Третья спала у меня возле бассейна ночью. Четвертая мылась в ванной. Пятая спала в будке. Шестая находилась в стеклянном лабиринте. Я пытался ее достать, потом включил строительство, взломал стену, прошел и взял. Еще одну нашел у себя в парке. Еще одна стояла на лесенке и смотрела на надпись папы и дочки с ночи до утра. Очередная варила зелье. Короче говоря, я нашел 16 мышей. Дальше я пошел в город, вышел из двери, осмотрелся. Странно, никого нет. Мне нужны помощники, чтобы прокачать 16 мышей, но здесь никого нету. Так, что же делать? Увидел больницу. Зашел. Побежал налево. Оу, тут стоит ведьма. Я ее спросил, не поможет ли она мне. С чем? Сказала она. Мне нужно срочно прокачать мышей. Окей, с тебя $1000. Без проблем. Я кинул ей трейд и дал 4 мышей. Спасибо, сказал я и пошел искать еще кого-нибудь. Где же найти? Осмотрелся вокруг. Наверх, вправо, влево. Вау, слева была школа. Зайду внутрь. Заглянул налево. Никого нет. Заглянул направо. Тут стоит только педагог. Свернул сюда. Заглянул сюда. Никого нет. Пошел сюда. О, учительская, здесь стоит директор школы. Что? Вы директор школы? Я директор школы. Я же вам только что мышей дал в больнице. Вы мне ничего не давали, это была не я. Ответила мне ведьма. Странно. Ну ладно, вы не могли бы прокачать мне мышей? С удовольствием, за $2000. Ё-моё, ладно, я согласен. Я кинул ей трейд и дал 4 мышей. Надеюсь, вы мне их хорошо прокачаете. Побежал искать дальше. Сел на свою любимую машину. Поехал. Подъехал к магазину мороженого, потому что он открыл дверь. Зашел. И у меня чуть не выпал глаз. Здесь снова была ведьма. Что за мир такой ведьминский? Я к ней подошел. Здравствуйте, вы именно та ведьма, с которой я только что виделся. Она мне сказала, что видит меня в первый раз. А я сказал, что вижу ее уже в третий раз за 5 минут. Она сказала, не может быть, она в единственном экземпляре. Очень странно. Я ее спросил, не может ли она прокачать мне 4 мышей. Она сказала, может, за $3000. Странно, каждый раз цена растет. Я согласен. Кинул ей трейд и дал 4 мышей. Надеюсь, она меня не подведет. Пошел искать дальше. У меня стало такое ощущение, что если я сейчас зайду сюда к машинам, то там опять будет ведьма. Проверим. Заходим. Ну надо же, я уже ничему не удивлялся. Здесь снова стояла ведьма. Я ее спросил, не знает ли она других 3 ведьм. Она сказала, что она в единственном экземпляре, других не существует. Ага, так я и поверил. Только что видел 3. Она спросила, что я хочу. Я попросил ее прокачать моих мышей. Она сказала, $4000, и она прокачает. Да, с каждым разом все дороже. Кинул ей трейд и дал 4 мышей. Всего я уже отдал целых 16 мышей. Надеюсь, они прокачают их быстро. Я только начал уходить, мне тут же раздался звонок прийти забрать мышей. Я побежал в машину, поехал в больницу. Забрал у одной, забрал у другой, у третьей и у четвертой. Дальше я пошел в волшебную пещеру. Зашел, закинул в круг один, круг другой, третий и четвертый. И тут же появилась неон-мышка. Очень симпатичная. Снова закинул 1, 2, 3 и 4. И родилась снова неон-мышка. Я продолжил. Достал еще одну, третью и четвертую. И, о чудо, снова неон-мышка. Интересно, что она была точно такая же, как и предыдущая. Интересно, четвертая будет такой же? Закинул мышь. 1, 2, 3,
и 4. Вспышка. И снова родилась мышка. Копия предыдущих трех. После этого, как вы догадались, я пробежался, отдал им мыши, и тут же мне раздался звонок, что мыши уже прокачаны. Пойду забирать. Сел на костяную карету и поехал. Приехал в больницу, подошел к одной, кинул трейд. Она мне дала полностью прокачанную неон-мышь. Я так и не понял, как ведьма быстро прокачивает питомцев, но был этому очень рад. Рассчитался с ней деньгами и пошел к следующей. Сел на карету и поехал в школу. Вылез, зашел, пробежал, завернул, кинул трейд. Она тоже мне дала полностью прокачанную неоночку. Тоже с ней рассчитался деньгами и пошел дальше. Вышел, сел на карету и поехал. Вылез, дошел, подбежал, кинул трейд и получил полностью прокачанную неон-мышь. Побежал к четвертой ведьме. Забежал внутрь. Она была здесь. Кинул трейд. Получил полностью прокачанную мышь. Рассчитался деньгами и побежал делать мега-неонку. Я побежал в волшебную пещеру. Чтобы легче туда добраться и не плавать, я взял хаверборд, потому что он умеет ездить по воде. Подбежал, запрыгнул, все-таки намочил себе ноги. Я оказался в диком шоке. В кругах стояли ведьмы. Это было очень странно. Какой-то они замышляют ритуал. Ладно, я подбежал к одной и кинул неон-мышь. Подбежал к другой и кинул неон-мышь. Подбежал к третьей и кинул, ну вы догадались, неон-мышь. Подбежал к четвертой и кинул неон-мышь. Странно, но все ведьмы исчезли, и у меня появилась мега-неон летающая черная мышка. Я ее взял на руки, побежал в темное место. Ёлки-палки, где здесь темные места? Ладно, тогда вот здесь буду. Вот она. Вот так выглядит мега-неон черная мышка. Короче говоря, мега-неонка 2.